Ну что, ребята, всем привет! Приглашаю вас в наш лонгборд-лагерь, который будет организован в городе Белокуриха летом 2018 года. Главным организатором будет команда Basic Longboards. Основным направлением этого лагеря будет, естественно, даунхилл, катание вниз с горы. Ё-моё. Будут организованы группы для новичков, будут организованы группы для профессионалов. Для новичков будут приглашенные специальные тренера, которые будут вести ежедневные тренировки, будут поднимать ваши навыки. Для этого также будет перекрыта трасса от, перекрыта трасса от посещения ее автотранспорта. То есть катание будет максимально безопасным. Также будут обезопасены очень крутые повороты матами и сеном. Вот. Для команды профессионалов будет организовано ежедневное катание, будут организованы фотосессии, будут организованы профайл-сессии, то есть съемка фоллоу-ранов, также будет съемка общего видео, отчетного видео с мероприятия. Обязательно будет организован вечерний досуг. Также мы надеемся, что большинство тех, кто приедет учиться, чему-то научиться и в конце уже смогут покорить всю трассу, от начала до конца. Это основная наша главная задача. Опять же, еще раз повторюсь, что самое главное, что мы здесь будем делать, это мы будем кататься на лонгборде. Кататься каждый день много вниз с горы. Сейчас какая-то жесть тут у меня. Поворотики начинаются. Так, что еще хочу сказать про лагерь. Трасса достаточно несложная, вот, но все равно требует определенных навыков и умений. Будут организованы трансферы для гостей с запада, трансфер будет с города Новосибирска. Для гостей с востока будет трансфер с Красноярска. Трансфер будет входить в стоимость путевки. Средние скорости при обычной погоде на трассе, ну, в районе 60-70 км в час, но при сильном ветре разгоняться можно и до 90. Вот там какая-то жесть непонятная. Для новичков будут также организованы ежедневные съемки. Все вы приедете домой с красивыми фотографиями от профессиональных фотографов. Также у нас еще будет. Очень сложно тут ехать. Лагерь будет рассчитан на любой возраст участников и на любой навык. То есть с абсолютно любым уровнем катания вы можете приехать и, скажем так, поднять его. Также все, у кого нет специализированного оборудования для катания с горы, могут рассчитывать, что организаторы им будут его предоставлять. I'm watching you twerk, twerk. I'm keeping your game, yeah.
Да, про вечерний залуп говорил. Еще раз повторюсь, мы приглашаем всех в лонгборд-лагерь, посвященный даунхиллу. Он пройдет летом 2018 года в субкластере Белокуриха 2 на серпантине длиной 7,7 километров с общим перепадом высот 423 метра. Опять же повторюсь, что трасса будет перекрыта на время проведения лагеря. Будут беспрецедентные меры безопасности, поэтому можете не бояться, что с вами что-то случится. Событие, которое соберет всех любителей лонгбординга от Москвы до Владивостока. Я надеюсь, что все приедут, все будет классно, будем вместе кататься, веселиться, помогать друг другу в этом деле, смотреть, чтобы все было очень грамотно. Че, видели, как я ушушал? Видели, как вылазил. Че, погнали дальше? Все будет организовано в лучшем виде, это мы вам обещаем. Так что давайте, собирайте уже свои чемоданы и готовьтесь к самому крупному лонгборд-даунхилл событию лета 2018.